Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов SMA ROC. Данная стратегия основана на двух индикаторах, один из которых является сигнальным, а второй осцилляторным. Правила данной стратегии очень просты и понятны, и поэтому новички смогут освоить ее без проблем. А для опытных трейдеров она, скорее всего, покажется понятной даже без объяснений. Прибыльность данной стратегии в среднем составляет 65%. Торговать по данной стратегии можно на любом таймфрейме с экспирацией в 2 свечи. Если вы планируете устанавливать индикаторы самостоятельно, то потребуется поменять некоторые настройки. Более подробные данные вы сможете найти в данной статье. Более простым вариантом будет скачать шаблоны и индикаторы для данной стратегии в конце статьи, где уже внесены все правильные настройки. Также, если вы не можете установить индикаторы самостоятельно, посмотрите видео из данной статьи, где все объясняется очень подробно. А теперь давайте перейдем к правилам для совершения сделок по данной стратегии. Правил для входа по данной стратегии всего два. И как уже можно было догадаться, одним из правил является сигнал от стрелочного индикатора на графике. При желании в данном индикаторе можно включить алерты, чтобы не пропускать сигналов. Для этого необходимо перейти в настройки индикатора и в самом конце активировать параметр Alerts. После этого индикатор будет извещать вас о каждом новом сигнале. И логично предположить, что для опциона Call нам нужна стрелочка вверх, а для опциона Put стрелочка вниз. Второе, что нам необходимо, это сигнал от подвального индикатора. Но правильнее будет назвать это не сигналом, а направлением индикатора. Для опциона Call индикатор должен быть направлен вверх, и неважно, где он находится, выше или ниже нулевой линии. Но если он находится выше нулевой линии, это будет дополнительным преимуществом для входа в сделку. То же самое можно сказать и про опцион Put, только наоборот. Подвальный индикатор должен быть направлен вниз, и если же линия будет находиться ниже нуля, то это будет дополнительным преимуществом. Это все правила, которые необходимы для работы по данной стратегии. А теперь давайте совершим несколько сделок на реальном счету и проверим, как она работает по-настоящему.
Как можно видеть, по данной стратегии было совершено 3 сделки, которые принесли в общей сложности $120. Хочется отметить, что если использовать данную стратегию на малых таймфреймах, как в наших примерах, то основой ее будет скальпинг, так как сделки совершаются как по, так и против тренда и длятся всего 2 минуты. Если вы планируете совершать такие же скальпинговые сделки, то обязательно придерживайтесь правил money management и тестируйте все стратегии на демо-счету. И только после этого переходите на реальный счет. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые обзоры стратегий и индикаторов в будущем. Желаю вам успешной торговли!